Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Trenchazault. Нас просят открыть вот этот сундук. Отпереть. Ну давай. Че нам выпало? Ага. BMW R75. Колода. Повышаем уровень. Так, допустим. Что у нас тут есть? Штаб, магазин, арсенал. Место под контейнер. А что в штабе делается? Тренировочный штаб. Улучшает награду. А в арсенале? Открыть. Вы даете обычных карт 8, а взамен получаете редкую. Ой, нет, 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 нет. Я, наверное, пойду в бой. Поиск противника. Я против... Магзама какого-то. Пока жду. Он никого не упускает. Ладно, я пойду туда первый. Такс. Давай. Твою налево, ушастый хмырёныш, а? На тебе гранату. Слабовато как-то. Размазали. Чё там? Прётесь. Ё-моё, мотоцикл. Так, ну и тоже, я смотрю, непрокачанные бойцы, да? Вот это я не могу понять, кто такие, что за ребята. Так, ну мы уже базу ему кромсаем, вот что я хочу сказать. Опа. А, это у него гранатометчик, что ли? Все, им крышка. Гудбай. Родной. Все. Чистая победа, ребят. Не нанес даже повреждения мне. И что тут? Новая карта. Пехотинцы. Обычные. Пехотинец с лопатой, да? Ну что, мы можем прокачать. Открылся карта. У меня мотоцикл, пехота, стрелки, граната. Больше пока у меня ничего здесь нету. События есть, событий пока нет. Приходите позже, говорит. То есть, грубо говоря, мне нужно идти просто дальше и воевать. Я против ПРО. Где этот? Давай, наверное, посмотрим, кто это такие, ребят. Просто пехота бежит, да? С своими лопатками, блин. Пехота. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хватает звезд. Пехота с лопатками нормально так бомбит. Опять мотоцикл. Давай-давай-давай, мотоцикл этот, лопатками. Есть контактиш. Слушай, мне кажется, мы его сейчас просто, ребята, одолеем. Гранатометчиков нафиг. С лица земли стираем. И здесь тоже. Чуть не помню. А, граната мне недоступна. Все, ему крышка. Опять же, чистая победа, друзья. Ну-ка. Снайперы. Так, снайперов можно прокачать. Отряд сырков, вооруженных снайперскими винтовками для поражения противника на больших расстояниях. Вот так вот. А что за задание? Задания нет. Приходите позже.
Этого нет, задания нет. А чего есть? Я против ее красоты. Карта не выбрана. Сейчас выберем. Начнем отсюда. Так, у меня это второго уровня, у тебя-то гаденыш первого. Это же снайпера, да? Упс. Вот это он меня, конечно, тут подловил. Ничего не могу сказать, ребята. Правильно, с лопатками против них. Мотоцикл. Под прикрытием, естественно. Так, снайперишки. Блин. Я только сейчас увидел, что там у него эти гранатометчики стоят. А, все, мы забомбили ему базу. Я думаю, что такое, что не могу выбрать. Мы ему базу просто запинали уже. Охламону этому несчастному. Опа, две карты. Что-то новенькое нам выпадает. Это, ребята, пулеметчик. Редкая карта, вау. Ну и граната. Гранату, естественно, можно улучшить. Так, я получил второй уровень. Штаб увеличивается по ХП. Слушай, ну то, что пулеметчик мне выпал, надо будет его, ребята, обязательно потестить, что он из себя представляет, насколько он крут. Пулеметчик. Так, я против Джорджа. А вот как раз у нас и пулеметчик, он стоит... Стоит одну звезду, чтобы его призвать. Тишина. Я второго уровня, он... Слушай, а почему он первого уровня, у него столько же ХП, сколько у меня? Это кто такие? Еле идут. А я вот так вот сделаю. И снайперов позову. Гранатометчики, кто же это еще? Гляди, что у него есть. Фига, ты смотри, как пулеметчики наяривают. Ой, ты что такое? Ребят, ты что вылезло? Да ну. Все, ему крышка. Фига себе, танк у него, прикинь, был. Я немножко прихренел, если честно. Откуда у тебя танк-то? Да ладно, еще какая-то новая карта. Виллис, редкая. Слушай, это джип. И еще редкая карта. Вот, противотанковый еж. Вот, ребят, это хорошо. Как раз против... А танк не может пройти, получается, да, через этот еж, пока его не уничтожат. Угу. Информация. Легкий военный джип внедорожник. Все, что мне про него написали. Ладно, выступаем. Теперь у нас еще и будет джипик. Против Элиаса. Ой, так сделаем. Может, джипарик? Давай посмотрим, как джип. Упс, упс, упс. Что-то джип как-то, ребята. Ну, не знаю, как сказать-то даже.
Так, ну мы ему уже бомбим базу, как ты видишь. Все, ему крышка. А он там танк, что ли, приготовил? Он уже видел? Он танк уже приготовил. Вот ты жук, а. Опа. Подожди, а сейчас что было? А, это был тренировочный штаб. Теперь у нас текущий штаб становится. Штаб второй, штаб третий. Понял. Как вас зовут? Как меня зовут, друзья? Кто не знает, как меня зовут? Не знает никто, а я скажу, меня звать Хулиган. Вот так вот. Смотри-ка, подожди, а почему задание горит, его нету по факту? Ну что, Хулиган пошел против файтера. У него медаль-то побольше, чем у меня будет. Сейчас расколбасит меня тут к чертовой бабушке. Два против танковых ежа мне дали. Нафиг они мне сейчас нужны в данный момент, я не понимаю. Че, он ждет, пока я первый выстрелю? Ладно. Что это за солдаты такие медлительные? А, медлительные солдаты, потому что это... Угу. Нате. Опа. Мелкий танк разрушили мы. Все, ему кранты. До свидос, файтер. Какой ты в задницу, файтер? Сосуняндер ты. Файтер тоже мне. Так, выберите награду. Хочу случайные карты получить. Глаз Зарин. Что за глаз Зарин? Так, открыть бесплатный контейнер. И Валентайн обычный. Вот, ребятушки. Танчик-то где у нас оказывается? Так, арсенал. Открыть. Хм. Это пехота. Спецтехника. Фига тут спецтехники, сколько. Тяжелая техника. Так, ну излишков у меня пока нету. Вот что за газ? Газ нервно-практического действия останавливает все войска на одной линии. Ого. На одной линии всех останавливает. Хулиган получает третий уровень. Так, а танк вместо чего использовать? Вместо, наверное, вот так, да? 7 звезд он стоит! А что он такой дорогой, 7 звезд, ребят? Вот почему мне, наверное, враги проиграли. Артега. Кого не будет вызывать? Я первый тогда начну. Упс. Парнишка.
До свидания, Артек. Ой. Нет, ребята. А, ну все, мы успели. Мы успели ему забомбить. У него какой-то танчик. Немножко меньше, чем мой. У меня такой крутой. Ну что, получить? Еще давай получим. Случайный танк. Это пехота с ПП Томпсона. Да. Ну что, друзья мои, я вам показал игрушечку, да? Надеюсь, она вам понравилась. А на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.